Так, лицензионная игра, я не думаю, что... Всем привет, кто будет смотреть записи, у нас с вами игра, Хелес, что-то там. Вот, я не знаю, что это, честно, за игра. Сейчас вместе с вами посмотрим. Вот, да русский язык есть, нифига себе, вот это да. Вот это Каевченко, конечно, вот это Каевченко. У вас картинки нет, да, потому что она какое-то нестандартное разрешение экрана решила выбрать. Классно, давайте графика. Разрешение. Применить. Гениально. Ладно, неважно. Очень интересный, конечно, интерфейс. Нравится мне такой интерфейс. DLSS включим, ребят. На высокое качество DLA, я даже не знаю, что такое DLA, NVIDIA DLA, это что вообще такое? Так, хороши настройки. Хорошо. Помощь при цене блокировка, игра, русская задержка камеры. Короче, поехали. Так, управление. Слабо от... О, это опять сосалик, что ли? Господи, только не сосалик. Ну, пожалуйста, только не сосалик. Это как бы вообще бы не хотелось. Можно что-нибудь другое будет. Fear is like an unpredictable sea. Ой, нифига себе, да, смотрите. Контент. Yet other times it leads you right into the heart of the storm. Helen, the wife of the king of Sparta, что написал? Ну, ты что, кто ты? Ну, я как бы говорил на ВК-плей про этот случай. Вот, видимо, если это Шлашаткин, я не знаю, что же сказать. Ну, Шлашаткин своеобразное чувство юмора. Голова лучше сожжена с помощью сглаженного, при этом картинка не будет масштабироваться, как у всех других. А, не, нафиг, тогда лучше пусть масштабирование. Мы максимально топим за то, чтобы поменьше компьютер грелся. Дольше жить будет. Меньше греется, дольше живет. Я считаю, это Понятненько. Так, ладно, поехали. Что это такое? Ну, слушайте, ну это слишком... Это слишком качественные синематики, я, наверное, пропущу. Я недостоин. О! Фига себе. Ой, как лагает она. Так. Вообще странно с такой картинкой управление, как в сосалике. Вы какой дэш, смотрите, нихера себе. Вот это дэш. Вот это дэш. Ой, смотрите, какой вообще дэш. Блин, ну слушайте. Куро, конечно, судьба от нее самая. И вот вот у нас есть. У него, кстати, кулдаун. А, вот эти три кнопки это обилки. Угу. Это блок. Угу. Понял. Нам говорят, куда идти. Правый стик ничего не делает. Бегает он, конечно, просто охерительно вообще. Да, она, интересно, в раннем доступе или уже вышла? Просто если она в таком качестве вышла, то что... Она на это же похожа, господи, на Rest for the Wicked. Только хуже, а хотя, хотя нет, но Rest for the Wicked была ужасно плохая, ужасно плохая. Ох уж эти сосалики, как же они запали уже. Каждая вторая игра сосалик. Но в том или иной интерпретации. А, удерживать надо, понятно. То есть тоже как сосалики, понятно. Ну это, короче, типа этого Rest for the Wicked. Чё ж она так лагает, господи. Какая хрень. Ну теперь понятно, что мне ключ прислали. Мне вот на такие только игры присылают.
Ну, ладно, моя задача показать люди. Есть, кстати, люди, которым это No Rest for the Wicked понравилось. Я не знаю, как этот кал мог понравиться. Редчайшая хуета, на мой взгляд. Ужаснейшее управление. Ужасно все засвечено, заблюрено, мыло, просто пиздец. Я не про эту, я про No Rest. Вот, и поэтому, как бы, черт, я не знаю, как этот кал мог понравиться кому-то, но кому-то он понравился. Соответственно, вот эта игра тоже кому-то может понравиться. Вот. Вот КТ, видите, у нас. Можно погладить КТ. Сейчас это модно добавлять в игры. Вот. Не спеши что-то на ПК выходить, кстати, этот ублюдский, убогий... Rise of Ronin, про который нам сали в уши, что это самая успешная игра Team Ninja. Напомню, это от разрабов Nioh 1, 2 и Wulong. Вот они сделали Nioh в открытом мире, Rise of Ronin, который никто не стримил, никто не играл, но каким-то образом они якобы собрали больше всего продаж на нем. Что-то очень сильно пахнет пиздежом, учитывая, что игра была в ужасно плохом качестве. Вот. Господь всемогущий, какой кошмар. А, мы тоже блочить же можем. Чуваки, какой ужас вообще. Я, знаете, вот я просто... Я вот честно не понимаю, зачем эти игры вообще делают. То есть это же просто, ну это уже ужасно. Это лютейший совершенно кал. Какой смысл? Зачем вы делаете эти игры? Какая хуета? Какие анимации? Господи Иисус, какой ужас. Зачем эта игра существует? Боже мой. О, боже мой. Да. Я прям вот, я не знаю, зачем они эти игры делают. За Спарту, да. Это просто пиздец. Не знаю, я, может быть, это вот исключительно у меня в уме так. Я не вижу... Тасалик с камерой Хадеса. Вот честно, вообще. То есть мне вообще не интересно, не весело. Потому что Сасалик именно прикольно от третьего лица, когда ты полностью вовлечен, ты вот ты в пекле в самом, ты все видишь из первых уст, что называется, да? То есть прям все перед тобой происходит. Это круто, это эффектно, это вид сверху, Souls Likes, вид сверху, это зачем, блять? Не знаю, не понимаю, что No Rest for the Wicked, что вот это, я просто не понимаю. Я вообще в принципе не понимаю, вы заебали уже с вами сосать, вы заебали уже с ним. Даже я, человек, которому как бы нравится концепция, и я люблю там и Неохи, и Вулонги, и Lies of P, но даже я уже заебался, то есть человек, которому нравится, вы заебали уже со своими соузлайками, просто задолбали. О, у нас появилась еще обилка. А, это ЛТ. А, то есть мы его выкидываем, потом должны нажать, чтобы обратно. Господи, какая хрень. О, боже мой. А еще сегодня какую-то видел, тоже соус-лайк. Лютейший кал. Она в 25-м выходит. Вот знаете, неплохая будет Вучанг, возможно. Вот ее вчера показывали, или позавчера на Xbox-овской конфе. Вот Вучанг выглядит как что-то свеженькое, интересненькое, честно скажу. Вучанг, вот, возможно. Но вот это все, ну это пиздец. Ну это же ужасно. Ну то есть они сами это вообще запускали? Ну я не знаю, ну это и не Диабло, и не Dark Souls.
Какая-то хуета, вот серьезно. Ну, просто, ну я не знаю, ну достаточно же самим запустить и понять, что вы делаете хуйню. Я не знаю, либо им реально нравится. То есть, может, я что-то не понимаю, конечно. Просто, вот, мне кажется, вот, если ты делаешь игру, то тебе она даже самому нравится. Ты должен сказать, ну, гости, как же круто я придумал. Как же, блин, балдежно и весело. А когда ты запускаешь и такой, ну оно работает, блядь. Ну, и зачем ты продолжаешь делать эту игру? Ну да, она работает, но... Я даже не знаю, загружать это на YouTube не загружать. А, ну мне надо загрузить, я же ключ брал. Черт меня дернул вообще заказать ключ. Какая ху... А, надо же поставить категорию еще, господи, они ж не засчитают. Так. Блять, а как она называется? Ох, вот знает, как она называется. А, сейчас мы узнаем, смотрите, как она называется. Ахиллес. Блять. Ахиллес, просто Ахиллес, блять. Царь, очень приятно, нахуй. Очень приятно, царь. Просто Ахиллес, блять. Legend Untold. Угу. Ахиллес, Legend Untold. Вот она. Какая же хуета, просто госы, какая же хуета. Пипец, когда ж вы перестанете этот лютейший кал делать-то, а? Сделали бы просто диаблойт очередной, ну типа хуй с ним, ну ладно, типа, в них играть хотя бы можно. Лютейшая херобора, просто кошмар. Никакого импакта, ничего вообще. Он еще сам таргет лок ставит. Не я ставлю таргет лок, если что. Если вам кажется, что это я. Нет, он сам ставит. Ой, кошмар, господи. Не, вот No Rest for the Wicked была огромная ошибка. Я не знаю, я не вижу в ней потенциал. И вот это тоже пиздец. Ой, это, господи, зачем? Ну зачем? Ну нахера? Хватит от меня отпрыгивать, долбоёб. Чел. А чё такой демонж вообще? Боже мой, какой же ужас, блять, ну какой кошмар, нахуй! Какой ужас, блять! Это просто пиздец! А, мы по сюжету должны были, что ли, проиграть? Блять, ну какое же говно, боже мой, какое же говно, блять, ну нахуя, нахуя, нахуя вы делаете эти игры? Ебать ваших матерей, просто ебать ваших матерей, нахрена вы делаете эти игры, господи, боже мой, ну запусти ты ее, придурок, блять, ну пойми ты, что ну лютейший кал. Нет, блядь, дальше делают. Зачем, блядь? А потом будет где-нибудь писать. А, я вот выпустил игру, блядь, душу вложил, никто не... Ну, естественно, в нее никто не будет играть. Ты сам бы, мудак, в нее играл? Ну, конечно же, нет. Но это же лютейший кал. Нахуй ты ее делаешь, блядь?
А потом будет, блядь, я вот сделал, никто не играет. Блядь, ну конечно, никто не будет в это играть. Ну кто в здравом уме в такую помойку будет играть? Ну это же неиграбельно, блядь. Да просто пиздец. Отвратительнейшая хуета, просто, ну это просто ужасно, блядь. Ёбаный монголоид, блин. Пиздец. Я половину атак, вот он меня бил, враг меня бил сейчас, вот этот босс. Я половину атак даже не видел, я не понял, что вообще происходит на экране. Чё нахуй происходит на экране, блядь? Я просто получаю нахуй урон. Ничего не происходит. Моделька врага даже не двигается особо. Я получаю урон. Почему, блядь? Что он? Он пердит в меня, блядь, или что? Ёбаный ужас, блядь. Какой кошмар. Нахрена вы делаете эти игры, сука? Блядь, и все делают и делают. Делают. Каждый монголой считает своим долгом сделать игру сейчас. Ни хера не умеют, ни хера не знают, ни хера не понимают. Но надо сделать игру. Ну а как же, блядь, особенно Souls Like. Ну все же делают Souls... Я застрял. Здесь перекат не проходит насквозь мобов. Блядь, давайте я просто посижу с открытой картинкой, что типа я в нее играю. Какое-то время посидим. Я ебало разбил бы человеку, который это делал. Просто ебало разбил бы. Чтобы просто отрезвить нахуй, чтобы мозги встали на место. Чел, не надо, пожалуйста, делать видеоигры. Пожалуйста, не надо, нахуй. Пощади людей. Нам, геймерам, и так приходится пиздец как тяжело. Пиздец, как тяжело в последнее время. Ну, игры лютейший кал. И еще вы нахуй делаете, блядь. Это релизная версия, интересно, нет? Или это еще делается, нахуй? Work in progress, блядь. Это релизная, нахуй, версия. Ебать мой хуй. Это она еще год назад вышла, блядь. То есть он ее еще и патчил, если патчил, блядь. Охренеть просто можно. Спустя год лютейший кал игра. Господи, какой кошмар, бля. В основном положительные, пиздец. Я в ахуе, в основном положительные. Просто ебануться. Вы совсем отбитые, что ли, нахуй. Блять, это умственно отсталые, что ли, играют в это, блять. Она убогая до ужаса. В это играть невозможно, блять. Как этому оценку хорошую можно поставить? Я просто офигеваю вообще. Это пиздец. Просто неиграбельный кал. Все медленное, кисельно, ничего не видно, блядь. Непонятно, нахуй, что за анимации, что делать надо, блядь. Непонятно, что тебя дамажит, как тебя, зачем, господи. Она такая медленная, такая убогая. Пиздец. Первый Диабло, блядь, лучше. Первый, нахуй, Диабло лучше, чем этот кал. Блять, в основном положительный, пиздец. Вы башкой, что ли, блять, ударились, нахуй? Я не понимаю, что с вами, блять, не так? Как в это говно играть вообще можно, блять? В основном положительный, пиздец. Офигеть. Просто ёбнуться можно. Они что, реально это проходили игру? То есть они ее реально прошли? Просто я вообще не понимаю игровую индустрию современную. Как в это говно можно реально играть? Это рефанд, инстантный рефанд. Как это можно не зарефандить? Блин, я не знаю, это очень странно. Игровая индустрия что-то очень меня удивляет. Как это говно можно реально играть? Ужасная совершенно игра. Ужасная, блядь, игра. Пиздец. Интересно, долго мне это надо говно стримить, чтобы... Ну, я на YouTube залью, может, на YouTube засчитаю. Но я, по-моему, должен на Твиче. А я не помню, вообще... А, не. Я там должен сам ссылку кинуть. Я на YouTube кину. Я, короче, залью этот кал на YouTube. Я просто, я все. Я на YouTube залью, пускай, блядь, смотрят дебилы ебаные.
Господи, какой ужас, блядь. Ну какой нахуй ужас, блядь. Просто пиздец. Ну какое же говно, нахуй. Ну это просто ужасно, блядь. Даже It No Rest For The Wicked была лучше. Она была ужасно хуёвой, блядь. Но там ранний доступ. Это была пре-альфа, хуй-альфа. И при этом... Типа она была уже лучше, чем вот это дерьмо. Потому что это год спустя релиз. Господи, год спустя релиз. Какой кошмар, блядь. Какой нахуй кошмар. Вы чё, ебанутые, что ли? Просто пиздец. Просто пиздец. А как оценку этому оставить? А где ревью оставить? Я ревьюшку хотел написать. А, во! Так. Ужасная игра. У меня ужасная клавиатура, чуваки. Она маленькая, блютусная. Тормозит еще. Вот, ужасная игра. Кучная. Запятая, где? Ой, у меня тут даже шрифта нет. Медленная и сильное управление. Вот. Это ужасно. Просто ужасно. Тут даже я ставлю, как бы, потому что ну это пиздец, просто пиздец. Ну, такие игры дропать нахуй надо на стадии создания. Это ужасно, блять. Персонаж не ощущается вообще. Кисельное, все медленное, всратое, динамики ноль. Перекат ужаснейший, просто, блять, ужаснейший. Господи, какой кошмар! Нахуй они делают эти игры, блядь? Откуда такие оценки? Я вообще не понимаю, сука, как, блядь? Я знаю, что там покупают сейчас накрутку, но я не знаю, покупали они, нет. Сложно сказать, на самом деле. Игра очень аддиктив. Это типа увлекательная. Типа, угу. Аддиктив, шо пиздец. Да, nice график, ну да. Да, nice график. Как in slash изометрик RPG? Серьезно. Да, игра понравилась. Динамичная боевка. Закликивать не получится, составить блоки, делать перекаты, например, с хорошей графикой приятно. Динамичная боевка, блять, слушайте, это ж насколько заторможенным в развитии нужно быть, чтобы вот эта игра показалась динамической, блять. Офигеть. Most interesting combat system in isometric RPG. Вау. Клево. Да, я хз, чуваки, мне кажется, это боты какие-то. Я что-то не верю, что это люди писали. Это полнейший бред, ахинея. Да, нужно, чтобы игра раскрылась, да. Да. Я хз. Динамично эту игру назвать, конечно. А Diablo и Path Exile тогда что? Мне вот просто интересно было бы у этих людей узнать, как бы вот эта игра, по-вашему, динамичная. А Diablo и Path Exile, особенно третий Diablo, это что? Это ураган? Это тайфун, блядь?
То есть, ну, просто как бы вот, ну, окей, конечно, но... А! О, боже мой, господи, что за ужас, блядь. Да, современные игры, конечно, они не щадят нас, не щадят разработчики нас. Ни разу не щадят вообще. Да хорошо, слава Габену, конечно, что он сделал рефанды, что люди рефанднут этот кал. Потому что я уверен, что огромное количество людей рефанднули этот гамм, просто забыли обзор оставить. То есть они решили, что даже не стоит тратить время на обзор. То есть просто из глаз вон просто. Было бы, знаете, кстати говоря, офигенно узнать, если бы в магазине писалась статистика покупки, сколько продано копий, и количество рефандов. Было бы очень интересно. Вот это, конечно, статистика, которую мы заслуживаем. Надеюсь, однажды какое-нибудь американское законодательство вынудит магазины публиковать. То есть там, знаете, какой-нибудь будет громкий скандал с отмыванием денег, выяснится, что какой-нибудь чепушило через игру отмывал деньги и сам у себя покупал копии вот с левых этих самых карточек и, короче, деньги вымывал. И тогда скажут, что все, короче, продажи, рефанды, все, короче, должны отображать магазины. И PlayStation, и Microsoft, и Steam должны показывать продажи свои цифровые. Вот. И вот это было бы, и рефанды, это было бы супер круто. Просто реально вот узнать, иногда, узнать, игра там какая-нибудь выходит, и ты так смотришь положительные отзывы, думаешь, ебать, что нахуй, что нахуй, господи, что вообще. Потому что я реально, я не представляю себе живого человека, который не рефанит это говно, то есть это пиздец, это просто жесть. То есть это, даже Ain't No Rest for the Wicked, там действительно хотя бы графика, она действительно красивая, она очень такая заблюренная и засвеченная, в нее тяжело смотреть мне, но она хотя бы симпатичная. И хотя бы это был ранний доступ, типа, ладно, там много же, но эта игра год релиза, год. Господи, какой кошмар, пиздец, просто пиздец, я... Зачем они их делают, господи, почему каждый монголой считает своим должным сделать сейчас игры? Это просто... Неужели стало так просто? То есть, неужели стало нас... Может, мне тоже игру сделать? Ну, типа, а чё? Я ничего на ней не заработаю, ничего не добьюсь, но зато буду гордиться тем, что я игру сделал. Неужели это реально так просто? Сейчас просто их в таком количестве, такого поганого качества игры, то есть дженерик, что пиздец, просто тупо сгенерированный кал. Это что, теперь реально так легко делать? Может, мне тоже игру как-нибудь сделать? Это же, не, ну если, вот, ну это же просто пиздец. Ну вот это же, ну это, вот это же, ну это же люди вообще не старались. Я еще раз говорю, то есть ты делаешь это говно, начинаешь делать прототип, запускаешь его и понимаешь, что это не играбельный кал, это ужасно, это уныло, убого и скучно. И ты просто дропаешь это говно, ты не доделал, ну, ты зачем дальше это делать? Сука! Это просто пиздец какой-то, реально. Пиздец. Просто пиздец. О, жесть, конечно, чуваки, да. Но так вот стримить, конечно, новинки смотреть для ютубчика очень тяжело. Потому что ребята, конечно, прям игры сейчас. Много было хороших в последнее время, и вот я расплачиваюсь. Я даже не знаю, делать по ней на ДТФ статью нет. Я, наверное, не буду делать, потому что... Ладно. Спасибо большое всем, кто смотрел, всем, кто составил сегодня компанию, пришел, написал, вы молодцы. Особенно те, кто приходит не раз в полтора года. Этим вообще самое отдельно, конечно, привет. Вот. Приходите, пишите вот это все. Посмотрим, еще там всякие демки еще есть. Где-то у меня тут вот есть список желаемого. Там еще всякие Witchfire. Ну, демки для нее нет, но она, по-моему, у меня скачана. Это я не знаю, что такое. Это тоже не знаю, что такое. Вот это надо посмотреть. Вот это вы посмотрели. Вот это надо посмотреть. Это платформа, кстати говоря, возможно, будем играть, когда выйдет. Непонятно, когда он выйдет, но это очень яркий, красочный платформер.
Я о нем ничего не знаю, но выглядит он очень хайпово. Он очень, очень сильно похож на Crash Bandicoot. Очень сильно. Вот. Drunken FC? Нет, что-то звучит как-то не очень. Demon Crash, это я, по-моему, играл. Да, все вот это я играл уже, все. Вот. Ну, короче, какие-то игрушки еще посмотрим. Witchfire все хочу попробовать, но лень что-то как-то. И надо будет однажды все-таки попробовать. Это прикольно. Рогалик, шутер. Шутер, рогалик. Ну, типа, окей. Вот. Его вроде как хвалят, как бы. Ладно. Вот. Все, спасибо большое, что смотрели. До новых встреч, за будущих побед, друзья. Подписывайтесь на канал, там, на ютубчике, подписывайтесь на ДТФчики. В телегу вступайте, кто еще в телеге не вступил, в телегу вступайте. Вот это все. Пока-пока.